Воспитанники «Солнышко» посещают реабилитационный центр на протяжении всего лета. Педагоги готовят для них обширную развлекательную программу. Ребята участвуют в культурных и спортивных мероприятиях. Два раза в неделю они посещают спортивную школу. В начале тренировки – разминка, одно из обязательных условий перед активными играми. Занимается с детьми тренер спортивной школы Александр Каненков. После физкульт-минутки мальчики оттачивают технику правильных отжиманий. Далее – спортивные игры, вышибалы, догонялки, футбол. Что тебе здесь нравится? Все игры. Ну, расскажи мне про них. Ну, там баскетбол, волейбол, собачка и догонялки. Тренер нравится. И еще нравится, что и в зале можно, и на улице позаниматься. Многие дети после летних каникул записываются сюда в кружки. Им очень нравится ходить сюда, потому что много игр, движений. Ребята, естественно, после тренировки устают, приходят и отдыхают. Спортивные занятия помогают ребятам снять усталость, повысить работоспособность, улучшить внимание и память.